Партнер проекта «Коллектив в объектив» – салон-магазин музыкальных инструментов «Ля Минор». Окунись в мир музыки. Знакомьтесь, коллектив «Бюро финансовых решений «Пойдем». Очень инициативные люди, постоянные участники нашего проекта «Зарядка», вырвали третье место в конкурсе «Папа, мама, я, спортивная семья», засветились в колонне на День города, а прямо сейчас девчонки раскроют еще один свой талант. Ну что, споем? Перед Новым годом работать все устали, и в своих мечтах мы по уши застряли. Дела все колом встали, трудиться нет охоты. Эй, Дедушка Мороз, зайди к нам мимоходом. Знает старый млад, что не загадается, то под Новый год обязательно сбывается. Проблемы и заботы отбросим в долгий ящик. Давайте праздник вместе устроим настоящий. Новым годом вас поздравляю. Новый год. Очень слабенький, ровненький, ну, скажем так, нет ничего такого, чтобы меня удивило в вокале. Смело поставил девятку. Совершенно законченный клип, его можно даже бесконечно крутить на Новый год по телевизору, это будет хит. Впеть чистенько, ровненько, это дорогого стоит, они спели это хорошо. Моя оценка твердая, твердая девяточка. Красивые девочки, стройные, высокие, обаятельные. Как же тут не сыграть-то на клипе, понимаешь, нет? Как тут не выйти, не блеснуть? Несмотря на весь мой скептицизм, я хочу им поставить десятку. А сюда нельзя. Вот мы собрались все вместе, да. Шестером, и первый раз сегодня прыгай под музыку. А я буквально сегодня утром собиралась и перед зеркалом вспоминала, у меня в голове играла эта песня, и я вспоминала буквально все движения и понимала, что ошибиться невозможно. А мне пришло сообщение от Тани. Марина, ты с нами? Я, ну, с вами. Только потом скажу, что именно с нами. А потом вижу клип и думаю, куда я попала? Итак, песня коллектива «Бюро финансовых решений «Пойдем» получает от жюри 28 баллов. Но вы можете изменить ситуацию. Голосуйте, отправив на номер 1803 смс с номером 751. Определите, кто получит приз зрительских симпатий.
Партнер проекта «Коллектив в объектив» – салон-магазин музыкальных инструментов «Ля Минор». Окунись в мир музыки.